Ребят, небольшой эксперимент. Попробуем узнать, правда ли можно при помощи некого ИТФ вызвать духов. И мы сможем услышать, чего они говорят. Я запустил пустую линию, по-другому снег, и по-разному можно сказать. Посмотрим, что из этого выйдет. Духи, присутствующие здесь и сейчас, если вы здесь, я призываю вас сюда, духи, я призываю вас сюда, духи, призываю вас сюда. Скажите мне, если вы здесь уже, кто вы? Как вас зовут? Скажите, существует ли тонкий мир? Чего стоит бояться в нашем физическом мире? Что мы испытываем, когда уходим в мир духов?
Если кто-то здесь, ответьте мне на некоторые вопросы, которые я задал. Духи, которые пришли сюда, скажите, что вас ведет сюда. Дайте мне знак, что вы здесь присутствуете. Я хочу спросить отдельно духа, если он здесь. Крутов Геннадий Кириллович, ты здесь? Это Геннадий Кириллович. Вы тут? Ладно, заканчиваю эксперимент. Кому понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео, а я буду делать все интереснее и интереснее. Всем пока!